не забивай. Я типа поборолся. Давай, давай, давай. Давай, давай. Гуляем. Гуляйте, вы просто дадите секундочку. Лиз, движение «Весна» устроивает акцию, говоря о том, что в России во время чемпионата мира продолжаются пытки, продолжаются аресты и задержания. Поэтому окровавленный человек лежит избивать, и он как будто бы уничтожает его, как и уничтожает полиция и ФСБ людей в России во время чемпионата. Я поддерживаю вас. Пэм. It's an action of democratic movement against Russian corruption and Russian what? Yeah.